Во время несения службы по охране общественного порядка в городе Елизово мы проезжали по улице Виталия Кручина, увидели бегущих людей, увидели ребенка, женщину, которая несла ребенка с закутанного одеяла, и полураздетый мужчина. Остановившись, подъехав к ним, мы уточнили, что произошло и так далее. На что они ответили, что по улице Виталия Кручина 20 происходит на третьем этаже пожар, после чего мы сообщили дежурную часть о данном происшествии. Прибыв на место, впоследствии прибыли пожарная охрана, которые стали производить работы по тушению пожара. Во время работы пожарной охраны с четвертого этажа были слышны крики помощи женщин и детей о том, что они не могут выйти из своей квартиры, так как очень была сильная задымленность помещения. Рядом со зданием стояла пожарная автолестница. Мы попросили пожарного с сотрудником МЧС, чтобы он переставил лестницу на четвертый этаж, после чего мы решили детей и женщин снять по этой автолестнице. Как приняли решение, чтобы залазить туда наверх высоко все-таки? Думали? Не думали. Карин, расскажи, пожалуйста, вот в тот вечер ты в гостях была? Да, я была в гостях. Мы сидели на кухне, пили чай, разговаривали и слышим, кто-то бегает в коридоре. Ну, люди, и начинают кричать. Собака потом начала лаять, пошел дым, запах. То есть вы поняли, что произошло, да, какое-то возгорание? Ну, я говорю, что какой-то запах странный. Ну, и вот эта Неля, тетя, она вышла, спрашивает, что там, и говорит, пожар горит. Ну, и мы начали одеваться. Сразу быстро она одевала своих двух детей, взяла собаку, мы стояли, потом она выходит, а там уже дым. Ну, то и мы не пройдем, да. И мы были в ловушке. Ну, начали, воды у нас еще тогда не было. И пришлось нам, что была окно, вода. Да? Нет, сначала мы держали тряпки, легли на пол, лежали, а потом открыли окно. Мама посмотрела в окно, там пожарная, и открыла окно, и мы начали кричать, чтобы нам дали лестницу. И за 3 минуты нам ее поставили, и вот поднялся дяденька, и начал нас спускать. Я просился, чтобы там подняться, мне сказали, нельзя. Вот, получается, благодаря. Перед тем, как залезть на лестницу, скинь куртку. Ну да, чтобы удобнее было. Там что-то не такого. А по темноте, как бы. Мне сомнилось, знаешь, мне когда рассказывал, мне же сомнило это. Экстремальная жизнь. Вот теперь для девушек, где будет тоже. Да. Ну, я хочу цвет. И попробовала. Спасибо вам большое.